Ударило так, что отлетел номер. Мужчина, ехавший за машиной, которая резко остановилась, медленно ее объезжал и увидел, что в свете фар лежит собака. Но дамочка продефилировала мимо собаки, чтобы подобрать отлетевший номер. Затем уселась в машину, объехала сбитую собаку и поехала дальше. Мужчина развернулся и подобрал собаку. И в 11 ночи привез ее ко мне домой. Мы пытались спасти ей жизнь. К сожалению, она прожила еще полчаса. В наружных повреждениях была только сильно ободранная лапа и то, что девочка не могла встать. Я не могу понять, что руководствуется людьми, которые мимо боли проходят мимо. Что чувствует та тварь за рулем, которая прошлепала мимо собаки умирающей, которую она же убивала. Подобрала номерочек, села и уехала. Это тварь. Это не человек. На нашем канале собрались люди, которым не безразлична судьба бездомных. Здесь собрались люди, которые переживают всем сердцем. Отдают последнее, чтобы спасти. Что же нам делать? Как нам жить в обществе с такими уродами, как эта дама? Я не хочу быть похожей на нее. И не дай бог, если кто-нибудь из моих потомков станет вдруг похож на этого двуногого уродца. Я хочу быть человеком. Добрым, нормальным, понимающим этот мир. Понимающим не в общих масштабах, а то, что к душе ближе, сочувствующий чужой боли, сочувствующий голодному взгляду. Как часто мы проходим мимо котят, щенят, которые просто молят: дай кусочек, поделись. А мы спокойно идем мимо, а они в это время умирают от голода. Я не знаю, какие ребята подобрать слова. Но я в очередной раз пережила ад. А за спиной, ребята, за спиной у меня 2000 поломанных, искалеченных, брошенных, изможденных. И только 2 дня назад, в 2 часа ночи, мы поехали за собакой, о которой написали, что пес 2 дня лежит поломанный, но ищут финкуратора, чтобы отвезти его в больницу. То есть пока они сидят в креслах у себя на диванах, клацают по клавишам, в тепле, в сытые, пес в это время переломанный, лежит в кустах и медленно страдает от боли. Я не знаю, что руководствуется такими людьми. Я надеюсь на то, что вы, мои друзья, и вновь приходящие к нам гости, что вы не такие. Я надеюсь на вас. Или бедро сломанное, или...